Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. В эфир врывается самая четырехвыдовая рубрика, ну, то есть со всеми движущими силами хорошего настроения в истории регионального телевидения «Внутренний кофе» с Гдана. Сейчас мы находимся на кольцевой развязке улиц Калинина, 2-я Брянская и Брянская, где накануне ночью было перекрыто движение с проспекта Котельникова со стороны Солонцов при въезде на кольцо 2-й Брянской и Брянская. Связано это, опять же, с ремонтом вот этого развязки прекрасной. И, опять же, сейчас информация для автолюбителей. Те, кто пользуется проездом по мосту через Качу с Калинина. С 13 июля, то есть сегодняшнего дня, с 22.00 до 15 июля, 7 часов утра, будет ограничен проезд на этом участке дороги в сторону Брянской. Связано это с тем, что будет обеспечена безопасность, обеспечивается безопасность при монтаже опалубки в 4-м и 5-м пролете строящейся развязки от 2-й Брянской до Калинина. Учитывайте, если вам нужно будет ехать в аэропорт в это время суток с 13, ну, то есть с сегодняшнего дня до 15 июля, то есть до послезавтра. Или, например, будете ехать с улицы Калинина в Северный в поздний час, а таксист скажет, поедет в объезд и попросит дополнительную плату. Это касается ночных, как я понимаю, по сообщению средств массовой информации, ночного времени суток, так что днем не ожидается каких-то ограничений и перекрытий. Сейчас на этом участке дороги наблюдается, ну, не то чтобы сильный, плотный поток транспорта с улицы Калинина. Все как обычно, без особо тяжелых заторов. Сейчас мы ехали по МРЧК, там тоже все свободно в обе стороны. А что касается Брянска, ее тут не видно, но там автомобильный транспорт движется. Вот со 2-й Брянской секунду назад до включения было не так все плотно, но видим, что уже начинают собираться автомобили. С Солонцов на Котельниково дежурит инспектор ДПС. Учитывайте эту информацию и выбирайте маршрут, который подарит вам заряд бодрого настроения, как рубрика «Внутренний кофе» с Богдана. На этом пока все. Алексей, Юлия.